Лето в городе переносится трудно. Вероятно, многие работники мечтают об отпуске. В нашем сюжете вы получите небольшую инструкцию о том, что важно знать выезжающим на отдых. Здравствуйте. Я хочу тур в Италию. Что вы можете мне предложить? Здравствуйте. Какой вас тур интересует? Пляжные, с морем или пляжные? Пляжные, с морем. Да. А какие документы нужно собрать для визы? Во-первых, заграничный паспорт со сроком не менее 3 месяцев с момента окончания поездки. Так, справки с работы, с банка, фотографии. И здесь на месте заполнения анкеты. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы с выдачей визы? Если собрать полный пакет документов, тем более через туроператора, у нас никаких проблем не должно быть. Вы можете сказать мне, как турагент, какие меры предосторожности нужно соблюдать, если я в каких-то других странах? Знать особенности климатических условий страны, то есть если на море пляжный отдых, то нужно знать точное время, когда можно купаться, когда нельзя. Обычно это с 12-13 минут, мне рекомендуется купаться и загорать, так как можно первый же дни отдыха получить ожоги. Поэтому всегда рекомендую нашим туристам взять с собой обязательно головные уборы, средства от защиты солнца. Дальше по санитарным каким-то предосторожностям, естественно, нельзя на улице покупать еду, лучше в кафе, рестораны, в определенных местах. Также воду из-под крана нельзя пить. Стоимость тура всегда входит страховка на медицинские расходы. Но для себя, это чтобы всегда безопасно, обязательно нужно брать свою аптечку. Те таблетки, которые мы привыкли, это, во-первых, так как на улице жарко, в помещениях всегда кондиционирование сильно, можно простудиться. Поэтому вот от горла, от насморка. Дальше обязательно нужно брать таблетки, такие как Мизин Форте, Моди, потому что новая еда, новая вода, много чего нужно попробовать, и неизвестно, как это организовывать. И мы всегда еще на всякий случай рекомендуем взять антибиотики. Спасибо большое. Дилстан Трофимов, Наталья Борисова, Аэлга Гаврилева.